24 октября мы опять вышли в лес. В прошлом году были последний раз 23 октября. Собирали грибы. Сейчас тепло, всего 13 градусов. В течение последних двух дней было 17-19 градусов. Может быть, сейчас что-то еще раз выросло. Сходим, посмотрим. Заснимем. Вот мой первый грибок сегодня. Упс. И, конечно же, он червивый. Фи. Не заметили в прошлый раз. Интересные грибы тут растут. Сейчас их попробуем. Один, наверное, уже негодный. А эти два, наверное, пойдут в корзинку. Ну вот, первый масленок. Ну-ка, хорошенький. Хороший масленок. Иди сюда. Так. И опять на том же месте, где всегда. Маленький есть масленок. Иди к нам. Оп. Что? Вон там были в прошлый раз три брата. Акробата. Теперь там ничего пока нету. А вот ветеран маслятных дел. Вырос. Не заметили мы его. И вот тут он останется. Будет споры свои разносить по всему лесу на следующий год. А вот семейство других маслят маховичков. На обратном пути я их соберу. Сейчас пока не буду. Спрятался масленок. Ветками завалило его. Но не скрылся. От взгляда грибника. Опа-на. Вот он. Масленочек. Красавеночек. Уже шляпка покрыта иголочками лиственницы. Лиственница сейчас начала опадать. Дома будем промывать. В этом месте были стихи о маслятах. И вот опять один масленок. Желтый ребятенок. Вот еще два красавца. Все в иголочках. О, какие желтые, красивые. Вкусные. Сегодня взял маленькое ведерко с собой. Не надеялся на богатый урожай. Старенький, подмерзший. Но все равно что-то попадается. А дорога только началась в грибной лес. Интересно. У старого пня, обросшего мхом, нашли мы еще одного масленка.
сделали небольшую пробежку по лесу. Немного нашлось грибов. Марончиков очень мало повстречаются хороших. И маслят мало. Но они есть. Собираем, собираем. Чуть-чуть уже насобиралась. Лена ушла в другой лес. Внизу там собирает. Такой грибочек. Такой здесь лес на северо-западе Германии. Такая осень. А вот такая дальневосточная осень. Дальневосточный октябрь. Идем по лесной дорожке, и тут интересно, встречается воздушный шарик. Кто-то его повесил сюда. Вот он болтается. А тут какая-то надпись. Сейчас подойдем, прочитаем. Это какая-то игра. Должны дети находить каких-то эти игрушки. Вот тут под деревом кто-то спрятал чего-то. Какие-то эти самые шарики. Вон еще шарики лежат. Короче, это какая-то игра для детей. Наверное, типа что-то. Казаки-разбойки, разбойники найди. И все такое. А вот охотничная вышка, где мы обычно обедаем. Тут тоже кто-то что-то приготовил. Игра какая-то. Наверное, эти шарики собирать, которые мы сейчас видели, и бросать ими в эти самые баночки. Интересно. Вот так с детьми здесь в местных деревнях развлекаются.